Петровском сельском поселении депутаты от «Единой России» снова игнорируют свои прямые обязанности. Накануне там проходил совет депутатов. Однако присутствовали на нем лишь 6 человек из 10. Один из вопросов, которые должны были в очередной раз утвердить, касался возвращения прямых выборов главы поселения. Однако из-за того, что снова не было кворума в 7 человек, его пришлось отложить. Трое из отсутствовавших как раз представляют партию власти. Их коллеги уверены, что идет указание сверху. Ведь, как известно, «Единая Россия» не хочет прямых выборов глав, а потому проще бойкотировать заседание, чем на него прийти. Здесь, может быть, вмешались районные власти, потому что при непосредственной беседе с депутатами было объявлено, что если вы принимаете в уставе, значит, прямые выборы главы, то, значит, вам это обойдется в бюджете в сумму 1,5 миллиона. Ничем не подтверждена была эта сумма. Жители нашего села, значит, обратились к нам с просьбой, чтобы мы посодействовали, депутаты посодействовали, чтобы в следующий раз у нас главу мы выбирали, значит, всеобщим голосованием. Это требуют жители. Вот такого, скажем, непосещения советов не было раньше. Ну, бывало, по какой-то причине кто-то из депутатов заболел, не может на работе, всяко бывало, да? Ну, чтобы вот так вот, как только вот с уставом начались вот эти вопросы, все, вот началось массовое непосещение. Вот, то есть уже третье заседание совета, и вопрос не рассматривается, мы не можем его рассмотреть, кворума нету.